Для меня это счастье. Давай, это свой краешек будет, а я за спину Виталика. Я так счастлива быть на этом празднике. Так, так оттеняет, скорее, осолнечнивает погоду, из которой снаружи нам первый такой зимний денек подбросила. Вот. И, конечно же, на самом деле, длинную зиму мы переживаем благодаря теплым людям. И Олечку я поздравляю, благодарю, и вас всех поздравляю за то, что у нас есть это чудо. Прекрасные женщины бальзаковского возраста и старше возраста бальзаковского тоже. Они торжественнее, царственнее, строже, но все же женщины значительно моложе. Вполне прекрасные, хоть неопытные слегка, а также женщины детсадовского возраста, а также леди рожденные пока, прекрасные тоже. Все те, несущие домой дзанку хвороста, и диадему на челе, и плод во чреве прекрасные, в радости, в сомнении и в гневе, и в детской прихоти лететь под облака. Но молчаливо зеркало внимает, как будто бы меня не понимает. А я ему нахально подмигну. Я лично знаю женщину одну.